Этой ночью в аэропорту приземлился Челябинск. Воздушное судно, названное в честь столицы Южного Урала, впервые совершило посадку в городе, чье имя и носит. О том, почему самолет нарекли Челябинском и откуда он прилетел, расскажет Егор Хвисюк. Челябинск прилетел в Челябинск. Тавтология в этом случае вполне уместна, ведь воздушное судно авиакомпании «Россия» «Аэробус А-319» назван в честь столицы Южного Урала. И сегодня ночью оно впервые совершило посадку в том городе, чье имя носит. Самолет прилетел из Санкт-Петербурга, но надолго не задержался. Уже через час он снова отправился в полет. На его борту более сотни южноуральцев совершили путешествие в культурную столицу России. Называть самолеты в честь крупнейших городов страны – это новая традиция авиакомпании «Россия». На данный момент постоянные перелеты совершают уже 26 подобных судов. Среди них Москва, Волгоград, Ростов-на-Дону и другие. Ну а первым городом, в честь которого назвали самолет, стал Санкт-Петербург. Стоит отметить, что при первом взгляде это ничем не примечательный самолет. Он окрашен в фирменные цвета компании. Однако, если подойти поближе, на его борту можно увидеть многочисленные надписи «Челябинск». Например, прямо под стеклом кабины пилотов. Нам было честь выполнить первый полет на самолете, который назван в честь города Челябинск. Данный тип вмещает 128 пассажиров. Таких самолетов у нас 26. Отмечу также, что для России столица Южного Урала является одним из важнейших пунктов на карте полетов. Согласно зимнему расписанию 2016-2017, авиакомпания совершает ежедневные рейсы Челябинск-Санкт-Петербург, а также еженедельные до города Сочи. Всего за 10 месяцев текущего года авиакомпания успела перевести через аэропорт Челябинска более 95 тысяч пассажиров и совершить более 800 рейсов. Егор Хвисюк, Артем Большаков. ОТВ.